Жизнь возвращается в привычное русло. В поликлиниках городского округа Химки снова принимают специалисты узкого профиля. Кардиолог, уролог, невролог. В рабочий режим врачей вводят постепенно. Сейчас плановый прием осуществляют 6 узкопрофильных медиков. Постепенно так будем вводить и будем смотреть, как это будет отражаться на нашей работе. Мы вывели узких специалистов, но в основном это в системе врач-врач. Мы не хотим, чтобы сразу пошел поток. Мы наблюдаем, и если это будет нормально на этой неделе, мы постепенно будем думать о том, как выводить пациентов в обычный нормальный режим работы. Пока пациентов на приеме столько же, как и до пандемии. Эндокринолог Татьяна Рудковская в среднем принимает 25 человек в день. Это говорит немного, но наплыв все же прогнозирует. Пациенты все ждали с нетерпением, к нам приходят. Сейчас мы работаем в полном рабочем графике, да, с 9 до с 8 до 6, да, ежедневно. 5 дней в неделю. Некоторые же доктора только готовятся к вхождению в привычный график. Со следующего понедельника на работу выйдут еще несколько специалистов. Но несмотря на послабление в режиме самоизоляции, масочно-перчаточный режим сохраняется. В поликлинику просят приходить исключительно в средствах индивидуальной защиты. Если их нет, выдадут на входе. Здесь же измерят температуру и сатурацию, уровень кислорода в крови. Для пациентов с повышенной температурой в поликлинике есть так называемый фильтр-бокс. Здесь человек ожидает медиков, которые проводят первичные осмотры и решают, что делать дальше. Меры безопасности продолжают строго соблюдать, ведь послабления, как говорят сами медики, не означают, что пандемия закончилась. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.